Ну и как всегда, мне все видео о покупках еды, потому что это самый главный процесс, можно сказать. Купила такие круассаны, потом перцы, сейчас варю суп, такой хочу перец, ой, суп с перцем, с чили перцем, таким кусочками лук, потом взяла кубики Knorr для усиления вкуса. Картошка, две активии. И взяла карамельный, короче, карамель соленую. Потому что мне нравится вкус соленой карамели. 8 злотых такая баночка. Взяла два таких набора мяса. Два паштета куриных. Айва. Такая, блин, я никогда не ела, кстати. Сейчас так вспоминаешь, я никогда не ела. Ну вот и все. Вот это на 59,25. Короче, постоянно еда, постоянно. Хоть что-то, но надо купить. И пью такой коктейль, сбила ананас с хурмой и молоко, пол апельсина, ну такое горьковатое. Немного, ну прикольно, сразу как свежий вообще прикольно, а потом немножко меняется вкус. Вот так вот. Сейчас сварим супчик такой с курицей, с этой, с перцем болгарским, такой прозрачный хочу.